Бранденбургские ворота – самая знаменитая достопримечательность Берлина. На площадке перед ними фотографируются практически все гости этого города. И русская речь звучит здесь все чаще. Впечатление ошеломительное. Море впечатлений, поэтому трудно ответить сразу, какие впечатления. Чисто тут, чище, чем в Москве. А так, такой же город, мегаполис. Ну, я прилетел час назад, мы сходили в Макдональдс, впечатления отличные. Ничего не меняется. Мегаполис, как мне кажется. Одна из самых дешевых стран, то есть еда, проезд не очень, но еда, проживание достаточно дешевое. На самом деле мы очень хотели посмотреть достопримечательности местные, Рейхстаг, что еще, стену между Западной и Восточной Германией, а также хотели посетить гей-прайд. Медведь – символ Берлина. 150 медведей, раскрашенных художниками со всего мира, выставлены в эти дни рядом с самым известным универмагом города – КДВ. Российский экспонат выставки переливается золотом, словно намекая на покупательную способность туристов из России. Среди иностранцев россияне занимают почетное второе место по тратам в КДВ, сразу после туристов из Китая. По последним данным, расходы россиян на покупки в КДВ выросли за год почти на четверть. Управляющий директор универмага Ника Хайнеман говорит, что на каждом этаже магазина работают русскоязычные продавцы. Для нас это очень важная целевая группа, и поэтому так важно иметь сотрудников, которые говорят по-русски. Шоппинг – это важная, но далеко не единственная причина для поездки в Берлин. Столица Германии вместе с Лондоном и Парижем входит в тройку самых популярных городов Европы, во многом за счет своей истории и очень живой культурной жизни. В городском офисе по туризму подтверждают тенденцию. Российские туристы возвращаются, с начала года прирост составляет 22%. Среди главных причин – стабилизация курса рубля и открытие новых авиарейсов из Москвы. Пресс-секретарь офиса по туризму Аня Микула говорит о переломном моменте. Мы очень активно вели себя на российском рынке и продолжали наши маркетинговые кампании даже в экономически трудное время. Россияне по-прежнему любят Берлин. Они едут сюда в гости к друзьям и родственникам. Им нравятся местные рестораны, возможности культурного досуга. Кроме этого, мы сделали особый акцент на медицинском туризме. Возможности берлинской медицины очень высоко ценятся и очень активно используются. Пик туризма из России в Берлин был зарегистрирован в 2013 году. Тогда на долю россиян пришлось почти 500 000 ночевок. До этих докризисных цифр город еще далеко. Но в Берлине с оптимизмом смотрят в будущее, а местные медведи по-прежнему встречают гостей с распростертыми объятиями.